13:28. Вот сейчас я убывался перед тем, как покинуть уже эту речку, и что-то уловил-то запах химии, которую применяют в горнодобывающей промышленности, прям запах эмульсии кислый этот. Может, поэтому рыбы и нет-то, что отравлено. Оно эмульсию толком не видно, но это все надо как... На то у нас СЭС, но СЭС же на все забивает, да. Она там штрафы выписывать и понять за что. Кто там у нас, природоохрана и так далее. То есть, может, поэтому и рыба нет, что она химия течет. Причем неизвестно откуда, да, то ли с малой Сименки, то ли с большой, то ли с фестивального. Ну, в общем, все, костер догорел. Носочки чуть-чуть просушил, обуваюсь, штурмую сопку сейчас. Сейчас аккуратно, спокойно залезть, сэкономить время, хоть минут 15-20 сэкономить. Так, ну вот, поперло мое восхождение. Как говорится, синтез лени и опыта дает сумме и тривиальное решение обычных задач. Почему я опять вместе с солнцем встаю? Непонятное чувство, и легко, и тревожно, как осенние птицы улетают на юг. Я весной на восток, к моим рекам таежным. Я друзьям позвоню и услышу ответ. Самолет послезавтра, не опаздывай, старый. Все дела отменю, накуплю сигарет, свою сумку собрав, посижу над гитарой. А потом самолет шар раскрутит земной, а потом будут песни и ночной разговор, и, конечно, костер, и, конечно же, чай, ослепительный привкус звезд лесных у него. Я палаточный полог поутру распахну, меня встретят тайги, голубые туманы. Оседлаю мечту, поскочу сквозь весну одиноким ковбоем в неизвестные страны. Почему я опять вместе с солнцем встаю?